Нарушения почти у каждого второго. 29 марта на Колыме начали проверять пожарную безопасность торговых центров, школ, гостиниц. За неделю прокуратура и МЧС ознакомились с работой 119 объектов с массовым пребыванием людей. 45 вызвали немало нареканий. Наиболее частое нарушение – захламленные эвакуационные пути и выходы. Предварительные результаты проверок сегодня заслушали в правительстве Магаданской области. В качестве нехороших примеров привели детский сад «Золотой ключик» в Оле и роддом в Ягодном. Там не работала пожарная сигнализация. Особую критику вызвали торгово-развлекательный центр. К сожалению, дела обстоят не лучшим образом. И мы констатируем, что собственники тех заведений, которые мы проверяем, ничем не отличаются от других субъектов. И в погоне за наживой абсолютно никак не реагирует на безопасность тех людей, которые находятся в их увеселительных и развлекательных учреждениях. На территории области 410 объектов с массовым пребыванием людей. Акцент сделают на учреждениях, где проверок пожарной безопасности не проводили более 2 лет. Таковых 210.